Здорово, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в The Final Station. Ну-ка, братка, рассказывай. Почему они остановили нас тут? Попробуй выяснить, что происходит. Не командуй мне. Спасибо, что попытался помочь, но, похоже, дальше нас не пустят. Не переживай, дед, нормально все будет. Отлично, просто отлично. Теперь я точно никуда не успею. Я знаю. Да, но у меня больше нет полномочий. Теперь тут руководят военные, и их начальник ждет тебя. Чувствую. Ничем хорошим это не кончится. Лучше поспешим. Нет, я не знаю, что сейчас в Редмонде. Не ругайся ты так. Маркус, это приказ сверху. Тут нечего обсуждать. Его новые уровни доступа. Би. Возможность принимать самостоятельные, несогласованные с оператором решения в экстремальных ситуациях. Ничего себе. Эй. Разрешается хранить и применять огнестрельное оружие. Переписка. Еще у меня высокая температура, поэтому я и просил тебя не подходить к этим штукам. Каким штукам? Больничка. Здрасте. Ой. Стоять. Доступ, лазарет закрыт. Код доступа? Хорошо, проходи. А вот это от души? О, господи. Это кто? Это не кровь. Я тоже не знаю, что это. Большинство врачей бежали из города. Мы все, кто остались. Но самое плохое, мы ничем не можем им помочь. Господи, ребятушки. А с тобой что, братка? Воды. Друг, дай мне воды. Где ему воды найти? Или никак? Таблетки. Еще доктора. Просто отдай его мне. Не объясняй военным ничего. Что происходит? Я не могу. А это кто? Много всего объяснили. Такая еще ночь на улице. Еще военный. Не спрашивай меня. Я знаю столько же, сколько и ты. Ладненько, братка. Я слышал, что они вернулись. Но начальство пока молчит. Кто вернулся? Что происходит? Это секретная информация. Мне нечего вам ответить. Ну ладно, ладно. Порох 4 штуки. Нормально. Проходите. Вас ожидают. Нормальненько. Здрасте. Он здесь. Они будут тут через 20 минут, сэр. Так, слушай внимательно. Куда ты направлялся? В какую-то жопу мира. Не знаю, ребятки. Вильстрим? Наверное. Я не знаю. Я просто машинист. Сынок, Вильстрима больше нет. Как и остальных горных городов. Нам нужен твой поезд, чтобы доставить важнейший груз. Его уже цепляют к локомотиву. Доставь его в Нью-Косфилд и ожидай дальнейших инструкций. Ну ладненько, говно вопрос. Как и у всех нас. Но приказ есть приказ. 10 минут, сэр. Черт, давай быстрее. Твой новый маршрут они задели только краем, поэтому там могут остаться выжившие. Спаси кого можешь. Это твоя второстепенная задача. Вперед! Ладно, мужики, вопросов нет. Удачи, парень. От души. Наверное. Что-то есть. Фото 1. Какая-то звезда? Облака и звезда? Можно вниз пойти? А, нельзя пойти. Блин, как так? Дайте мне оружие. Я же помру. Помогите машинисту не откинуться. У Дженнифер случился приступ. Ее забрали в лазарет. Мартину Роди, начальнику аварийной станции А45. 8227. У нас приказ сопроводить груз. Прости. Я ничего не могу с этим сделать. А где люди, которых мы привезли? Проходите на поезд. Ладно, двинули, что делать? Надо спасать людей. Давай, белусь. Погнали. Их тоже кормить нужно? Засекречено. Мы не можем ничего ответить. Ну и ладно. Вся операция проходит под грифом «секретно». Ну и сидите себе. А это что? Что с ним делать? Вот так? Понятно. Какой туман. Ничего себе. Все нормально вроде бы, никого нет. Аварийная станция, связи нет. Не понял. А где парни? Кто их убил? Николас Вилсон, машинист. Ты не едешь в Редмонд? Нет, прости. У тебя все спокойно? Не помню, чтобы тут строили тоннель. Прости, связь пропадает. Николас не в сети. Да что ж творится-то, люди, господи. Как их убили? Вы прибыли. Охерительно. Как военных убили, нас нет. Какая-то магия. Дайте хоть на груз посмотрим. И что у нас за груз? Вообще не видно его. Почему здесь так тихо? Ой, мать. Тихо. В натуре тихо. Джон, меня вызвали в штаб. Там что-то срочное. Если прибудет поезд, код у меня. Тут никого. Деньги и ЖД-форма. Пистолет. Можно просто бить, а можно еще и чух, удар грома. Что у нас тут? Это же то, что в начале было. Господи, братка. Давай подружимся.
Тут не пройти никак. Ладно. Список сегодняшних маршрутов. Алан Адамс. Боб Боскартс. Майкл Мелтерн. Чарли Черикс. Эдвард Джонс. Это мы. Патрон для пистолета. Вот теперь мы заряжены. Хотя бы одной обоймой. Опа. О боже. Вы спасатели. Ну да, Малибу. Хорошо, я поняла. Жду вас на поезде. Давай-давай, провода металлолом. Шируди батонами. Выживай. Тихонько, брат. Опа-па-па. Тихонечко, пацаны. В этой игре все не так просто будет. Ладно, а что дальше? А дальше не пройти. Нам только сюда. Вот такая обучающая боевая миссия. Никого? Питеру Уайлду, начальнику станции Волик. 5797. Принято. Коробочка. Можно кидать ее. Блин, походу зря я поломал. Там враги, да? Ой, мать. Последний. Сука. Патрон для пистолета. Хорош. Никого. Это хорошо. Здрасте. Деньги и карандаш. А здесь? Нихера нет. Три пацана. Этим ребятам хватает одного хедшота, а маленьким быстрым нужно три выстрела. И это уже хреново. Тут никого. Братка, тихо. Не будем ругаться, подожди. Тихонько. Отдыхай. Патрон всего один остался, что делать? Может, нам братка патроны даст? Мужик, дай патрона. Стой! Сперва скажи, кто ты? Ты что, поехавший я человек? Машинист? С поезда? Ну да. Отличненько. Жду тебя там. А патроны дай мне. Жопа жадная. Ладно. Давайте их руками забьем. Кыш. Молодец. Сколько рука заряжается? Секунду всего. Как раз хватит. Проверим заодно рукой, можно их убить или нет. Блин, их двое. Почему ты не зажал, братка? Чё ж ты стул ударил? Боже! Думал, там какая-то дырка. А это какой-то машинист мертвый. За братишку отомщу. Поломаю с прогиба. Да почему ты бьешь обычный удар? Я ведь зажимаю. Прикольно, что можно их бить с лестницы. Это уже радует. Давай. Одного уложили. Есть. Убили ведь его или нет? Или так себе? Мимо, сука. Касаешь ты, мразь. Второй готов. Есть. Завалили, мразь. Сейчас будет твоя очередь. Готовься. Жбан. Есть. Завалили. И все было зря. Тут ничего нет даже полезного. Только стул, который можно кинуть. Я расстроен. Как же так? Ладно, выходим. Откройте. 5797. Давай. У нас теперь есть два друга. Причем один вооружен. Чучух. Джон Кокер. Это было близко. Не говори. Ну что случилось там? Кто эти? Люди. На блюде. Сеструня, не тупи, я тебя прошу. Неужели непонятно в натуре? Это оно. Кто оно? Оно? Второе посещение. Нет. Господи. Нам бы уже сообщили об этом. Нет связи, дурная ты голова. Ну тогда вы нас эвакуировали. Да, куда, по-твоему, мы едем? К спасению. Никому там поесть не надо? Машинист сказал, что у него приказ ехать до Ристоля. Держи еду, наверное, братка. Кушай. Я видела, как машинист забрал у тебя оружие. Ну да, ребят, как вы думали? Тут же опасно, все дела. Далеко еще? Еще до хера ехать, блин. Вот жопушка, тут нормально все. Нашел? Кого нашел? За хранение оружия предусмотрено пожизненное. Я в курсе. И? Ты думаешь, с этого дня кого-то будет интересовать, что законно, а что нет? В натуре, сеструнь, ты что, дурная совсем? Завалили хлебала в моем поезде. Ты посмотри. Боже, прибыли. Ладненько, что у нас здесь? Темнота, друг молодежи. Здрасте, молодежь. Да как мимо? Ты чё, ещё и в голову? Блин. Братка, кулак свой заряди быстрее. Бымсь. Да как мимо? Мы сейчас умрем. Иди сюда. Ну, падла живучая. Мега удар. Раз. Прям в поддых. О, еще и быстрый. Блин, или не быстрый. Кто это? Это быстрый. Я понял, да, братка. Сиди. Это быстрый. Есть стульчик. Можно стул кинуть. Желаешь? Держи. Ай, прости. Еще и кусается, падла. Не-не-не-не-не-не-не. Господы. Сука, отойди. Отойди, мразь. На тебе, карабас. Подавись. Какая ж срань. Может, там оружие есть? Не будем рисковать. Мы так почти дохлые. А что здесь?
Понятно, здрасте. Ахаха, господи. Чё же делать, а? Чё же, сука, делать? Руками их избивать? Вариант почти, да. Отсюда? Эй, прямо у врагов появились. Какого хрена? Чё это было? Нечестно. Какой дурацкий чекпоинт. Сколько ударов нужно этой мрази? Убили, хорош. Удар. Пропустил. 4 удара обычных, охренеть. На тебе. Держи. Иди сюда, кусачий. Иди сюда. 5-й, есть. Заперто. Ладно. Руками с ними драться, что ли? Оружия нихера нету. Никого. Таблетки, туалетная бумага. Патроны 12. Есть хоть что-то. Вот теперь мы базарим. Дайте мне стул. Благодарствую. Кому стульчик, господа? Кто желает? Тихо. Вот так гораздо лучше. Еще одна обойма. И коробочка. Доставка посылок кому? Прошу вас. Валим. Карабасик, прошу вас. И мегаудар рукой. Чух! Завалили. Есть. Хотя бы так. Еще патроны. Ноутбук. И что тут такого? Ты серьезно? Да он целыми днями сидит в туалете. Вместо того, чтобы работать. Вся работа на меня валится. Может, он болен чем-то? Да, ленью. Сейчас, подожди. Шеф зовет. Марк, ты тут? Нету Марка. Походу, его съели. Коробочка, да? Прямо так можно скинуть. Извиняюсь. Кидайся мебелью, выживай. Вот так стул есть? Слезаем, он останется? Вот это магия. Ой, тихо, дикий. С лесенки стрелять нельзя. И драться нельзя, что ли? Блин, а что делать? Вот гниды. Пошли вон оттуда, быстро. Пацан, уходи туда. Уходи, говорю, ну. Он не уходит. Он паскуда. Иди обратно, гнида. Иди обратно, быстро. Поцелуй ему роскошную задницу. Ай, не так близко. Ушел, хорош, иди. Мы готовы, наверное, мы готовы. Сука. Они могут и там быть. А это кто? Ключ вокзала, тряпки, ЖД форма. А что здесь? Никого, хорош, туалеты. Никого. Ой, здрасте. У вас занято, да? Не хотел, простите. Патрончики для пистолета. Уважаемый, иди сюда. Еще пока что патроны есть. Хедшотик. Главное, мелкая падла в голову не убивается, ты посмотри. Надо реально 3 выстрела. 2 есть. Давай. Хорош, убили. 5 патронов, да? Никого, это хорошо. Зажмите правую кнопочку мыши, чтобы зарядить удар. Мы стену можем поломать? Ни хрена себе. Да мы не Идосик, мы просто Адам Дженсен. Опа, мужик, здорово. Не стреляй. Я не из этих. Мне нужна помощь. Базара нет, говори. Нет, я больше никого не видел. Мужик, я спасу тебя. Прыгай на поезд. Хорошо, поспеши с кодом. Я буду ждать на поезде. Мы нашли ключ, и теперь можем туда войти, по идее. Вот сюда. А если там враги? Фух, никого. Рону Тейлору, начальнику станции Митфорда. 7649. Одежда, порох, еда. Хотя бы еда есть. На том спасибо. 7649, давай. Фух. Давай, Белусь. Спасай нас, братка. Кровотечение. Ладно, пока полежи. Это обязанности машиниста. Ах ты, шкура, не умничай. Да, но это большой риск. Чего вы несете? Куда мы едем? Вот это путь у нас, охереть. Едем в Бриджстоун. Великолепно. Братан, ты еще живой? Пока живой. У тебя есть деньги, а у тебя есть оружие. А, это награда, наше оружие, ух ты. Награда, патроны и деньги. Какой полезный мужик. Хорош. Блин, бедный братка, надо его лечить. Мне нехорошо. Мужик, я иду, не переживай. Я иду. Ты там что, завещание уже пишешь? Спасибо, братка. Да не за что. Надо покормить ее, походу. А еды-то мало. Кормить тебя нет? На тебе еду, держи. А то еще сдохнет. Кушай. Остальные вроде нормально. Тут все четенько. Понижай чуть-чуть. Вот так, приехали. Есть. Выходим. Ну что, мы их довезли, нет? Какое-то все здесь жутко засранное. Наверное, это все птицы. Гадкие создания. Я так и думал. Какая-то сопля свисает. О, господи. Пока на этом мы тормознем. Большое вам спасибо за просмотр и увидимся.